Вот и прошел летний лагерь 2016 года под названием «Воин Христа». Я, конечно, очень сильно надеюсь, что всем вам, друзья, он очень понравился. Лидера и все, кто принимал участие в проведении этого лагеря, переживали, молились и старались, чтобы самое важное – духовная пища была насыщена. Нам каждый раз, мы когда что-то делали, нам проводили пример из Библии, как мы можем это в жизни применить, когда мы вместе должны предстоять. Природа, то, что мы можем с молодежью общаться, духовный рост, собрание очень благословенно, хорошо проходит. Очень интересные игры, все задействованы в них. Это мне очень нравится приезжать. The best part of it is the games, obviously. There's so many of them, and there's so different natures involved. It's so much fun. Люди здесь очень добрые, хорошие. С ним можно пошутить, посерьезно поговорить и так далее. The exercises that we had in the morning, it was really competitive, woke us up, made our day like more active and the army style. Подготовка к лагерю была, конечно же, с января месяца мы начали готовиться. И вот пролетели эти 5 дней, а подготовка была 6 месяцев и чуть больше 7. Что больше запомнилось в этом лагере, или, может быть, что оставило приятное впечатление, это само проведение лагеря, поведение молодежи, библейские уроки, служение. Духовный рост, как бы, очень важен в нашей жизни. И я считаю, что здесь, в этом лагере, мы можем именно над этим поработать. Разные темы, когда раскрывают, это тоже очень назидательно, очень интересно. I also really like the sports, the games. Трудное дело быть королем. Не советую. Оранжевые, поднимите руки! Стоп! Стоим! Стой!
Снимай просто. Сними. I'm so lost. Игра мне очень понравилась. Мы уже в первые 5 минут прошли через все поле. Да, сейчас 5 минут. С Мишей. Да, королем быть нетрудно. Нелегко. А, про ту игру? А ты про какую? Я про баксы. Королем быть нелегко, никто тебя не слушает. Ну, есть там один человек, два. Ну, во второй день с первого как бы началось непонятно, но потом стало понятно в игре. Занимались спортом. Отжимались, подтягивались. Слава богу, девочки разрешили прыгать. Так что мы отвязались от подтягиваний. А мы можем наклеить. Снимать! This is not my first time, I don't... These are hard to swallow. Angry Birds. Самое интересное. Да, очень интересно было. Запускали эти шарики, ломали эти коробки. То, что мы свинью сбили. The water balloon fight at the end, because two of my friends had a bucket full of water balloons, and they were trying to run away. I pushed one of them, and like half of the water balloon spilled out. What would make me go back to this, to next year, would be, is that it was just really fun in general, and да, так вот так прошла игра. Мы выиграли. Зелененькие. Зелененькие! Или мы оранжевые? А, зелененькие! Давай, давай, давай! 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 Давай!
лагеря, когда это то, что можно оторваться от суеты, это городской, приехать сюда на природу, побыть в общении здесь с друг другом, чувствовать присутствие Бога среди природы и прославлять Бога. Понравилось наше общение за костром, когда мы пели вместе, когда мы представляли Господа. Я понял, что Он здесь. Господь Бог здесь, Он хочет с нами поговорить, Он хочет что-то нам сказать. И я чувствую это каждый раз, я прихожу в лагерь. И я очень благодарен, что у меня есть такие возможности приходить в лагерь. И хочу, чтобы дальше было такое же, вот такие же лагеря. Благодарю всех, которые сделали это возможно. Спасибо. И на лагерь, да летний лагерь, да детки спят тунайт. И на лагерь, да летний лагерь, да детки спят тунайт. Люблю я церковь. Туда хожу не зря. Люблю я молодежь и ездит лагерем. Стремлюсь туда я, и что я августа. Тут прекрасно, очень классно, любим лагерь, любим лагерь. Тут прекрасно, очень классно, любим лагерь, любим лагерь. Люблю я горы и звезды по ночам. Люблю я завтрак. Зарядка по утрам. Люблю костры я. Без семечек нельзя. Тут прекрасно, очень классно, любим лагерь, любим лагерь. Люблю служение. Беседы допоздна. Гуляю ночью. А ну иди сюда. Тут братья, сестры и все мои друзья. Тут прекрасно, очень классно, любим лагерь, любим лагерь. Тут прекрасно, очень классно, любим лагерь, любим лагерь. Сердечно благодарен всем, кто приехал с хорошим настроением, широкими улыбками и хорошим послушанием. It was very organized and very interesting. Вместе с Богом побыть наедине, Бог и ты. И это время очень замечательное, когда ты всегда об этом можешь вспоминать всю свою жизнь. Особенно братьев за зарядку. Спасибо, что вы ее сделали такой интересной, живой и прекрасной. You're in a spiritual level, it really helped me. Мы каждый раз в церковь ходим, и духовно можем укрепляться. И чтобы вы были настоящими воинами Христа, которые будут противостоять козням дьявольским, которые будут нести имя христианин, не просто называться. Разные братья, разные декана приходили, говорили о примере их жизни, как мы должны поступать, как мы должны быть солдатами Иисуса Христа. Радоваться вместе со всеми братьями и сестрами в общении. В следующем году, надеюсь, все те, кто не поехал в этом году, покайтесь, помнитесь и приложите все усилия, чтобы не пропустить такой прекрасной возможности в вашей жизни.